удалось. Летим по белу свету. Откроем мир чудес, нам ждать никак нельзя. Загадочные страны, моря и океаны всегда на помощь к нам придут. Игра для носорога. Вот дрыхнет, не добудешься. Ты сам виноват, Тасманчик. Фильм всю ночь заставлял лететь. Кажется, у нас тут кто-то чем-то недоволен. И ничего я недоволен, я просто это... мнением делюсь. Держи свои мнения при себе, а не тут. Ой, ну ладно тебе, Тасманчик, мы же друзья. Да? А это что еще за мелюзга привязалась? Ну-ка, брысь, брысь! Тасманчик, а может, эта птичка хотела с тобой подружиться? Подружиться? Мне не нужны никакие друзья, понятно? Дружба для слабаков! Мартик, проверь канаты! Есть, капитан! Эй, Куба, друг, просыпайся! Нам лететь пора! Слышали? Ишь, как радуется. Может быть, там это, праздник какой-нибудь? Во, веселятся! А давайте с ними, а? Тик, нам вообще-то лететь пора. Да мы только и делаем, что куда-то летим, Лео. Я уже и забыл, когда мы просто играли. Эх, я бы тоже во что-нибудь поиграл. Ладно, играть так играть. Привет, ребята. Примите нас в игру? Ну, давайте. Вместе веселее. Ага, смотрите-ка, пятнистый и полосатый здесь. Они играют. Так-так-так. А давайте мы тоже с ними поиграем, а? Ну, пожалуйста. Поиграем? Да, поиграем в прятки. Поможем кое-кому спрятаться. Слушайте мой план. Мы похитим обезьяну и угоним корабль! Здорово, Тасманчик! А зачем нам обезьянка? Обезьяна покажет нам путь к сокровищам, понятно? Понятно. Понятно. Тогда вперед! Извините. А можно мне с вами? Ну, давай. А тебя как зовут? Танда. Ну, давай, Танда, с нами. Вместе веселее. Не-не-не, только без нас. Только без нас. Эй, вы куда? А как же игра? Странные. Ну что, в догонялочки? Опа. Не-не-не, давайте лучше в прятки. Я по пряткам во как соскучился. Ага. Давайте, чур я первый буду водить. Один, два, три. Данда, ты что тут делаешь? Прячусь.
Ты что? Ты ведь шире дерева. Здесь Лео тебя сразу найдет. Ланда, тебя это, за 1000 шагов небось видно. 9, 10. Похоже, ты это, великовато для пряток, Танда. Простите. Давайте тогда во что-нибудь другое поиграем. Правильно, Яра. Как говорил Мапа, были бы друзья, а игры всегда найдутся. Ага, пока целы. Ну вот опять, я все испортила. Танда, не плачь. Сначала жирафы убежали, а теперь вы. И все потому, что я такая большая. Ну, не такая уж и большая. Крупная просто. Очень. Лучше бы носороги маленькими были, как раньше. Как раньше? Вы что, легенду не знаете? Эту легенду нам папа рассказывал. В давние времена жил в саванне самый первый носорог. И был он маленьким, как кролик. Обратился он к духу саванны и попросил сделать его побольше. А потом еще и еще больше. И сделался носорог таким огромным, что не стало у него врагов. Но и друзей не осталось. То кому-нибудь лапу отдавит, то на хвост наступит. Загрустил носорог. Никто больше не хотел с ним играть. Однажды повстречалась носорогу маленькая, одинокая птичка по имени Волоклюй. И не испугалась птичка, не улетела. Сумела разглядеть, что у огромного носорога тонкая, чуткая душа и доброе сердце. И стали птичка и носорог дружить и вместе играть. С тех пор маленькие Волоклюи неразлучны с огромными носорогами. Здорово! Танда! Ну ты чего? Ты не дружишь! Танда, подожди! Ну-ка, брысь! Мелюзга привязалась. Эй, малышка! Это наша добыча! А ну-ка, отдавай нам обезьяну! Попробуй возьми, малыш. Какая большая! Вы как хотите, а я сматываюсь! Я тоже! Да, великовато! Лили, ты в порядке?
птичка меня спасли. Ты прогнала этих надоедливых мошек. Спасибо. Что? Ты хочешь со мной поиграть? Правда? Кажется, теперь на танке есть с кем поиграть. До свидания! До свидания! Хорошо, что эта милая птичка нашла, наконец, своего носорога. Антанда нашла себе друга! Тик и Лео! Эти акации мы уже пролетали. Вам не кажется, что мы заблудились? Ой, это плохо! Запасы воды на исходе! А, смотрите! Таких черных кактусов мы еще не видели. Значит, здесь мы не пролетали. О, живые кактусы! Это не кактусы, это ежики. Надо приземлиться и спросить у них дорогу. Каждому по способностям. И как она мне? О, сидит как влитая. Ну-ка, ну-ка, покрутись. Колючки мои, иголки. Деревянная птица! Ой-ой! Держите меня! Ой! Здравствуйте, меня зовут Лео. А это Тик, Мартик, Лили, Мила, Яра и Куба. Мы к вам из тайги прилетели, с севера. А вы что, африканские ежики? Что? Никакие мы не ежики! Мы дикобразы! Шейд, Джимайма и Нидл! И из-за ветра, поднятого вашей деревянной птицей, нам пришлось прервать свой путь домой, да! О, извините, мы не хотели вам помешать! Мы ищем дом Лили, и пока корабль наш дом! Тогда, может, пригласите нас в знак примирения в гости? Жутко интересно, что там у вас внутри! Конечно, конечно! Проходите! Это руль! Мы им управляем, куда лететь! Ух ты! А это якорь! Бросаем его, когда приземляемся! Ага! Не ого, а ого-го! Вот весло! Грести, если надо, лететь быстрее! Ничего себе, какое большое! Ну, а это трюм с припасами. Остались только яблоки. Интересненько. Что ж, в благодарность за гостеприимство мы вам сейчас покажем представление. Вот здорово! Могу я использовать для выступления это? Яблоки? Ну, конечно! Обожаю представления! Али! Ого! Ничего себе! Еще, еще! Вот это класс! Али! Опа! Всем спасибо! Представление окончено! Ой, а дорогу-то? Дорогу-то не спросили. Ай, Джимайма, ты просто великолепна. Заворожила этих простачков, как удав кролика. Джимайма! Ау, Джимайма! Шей! Ай! Извини, вы тут случайно дикобразов не видели? Черных таких, с иголками. Да только что тут были. Отличные ребята! Так классно яблоками жонглировали! Отличные ребята? Да они воришки! Корону у меня украли! Корону? А мы думали, это их корона! Нет, это папина! Мой папа лев!
Он царь зверей. Это его корона. Просто я взял ее поиграть без спроса. Я царь зверей! Какая классная у тебя корона! Можно покрутить? Конечно нет! Это царская собственность! Ну, сам тогда покрути! Я? Да я не умею! Да это легко! Держи! Ой! Сейчас мы тебя научим! Ура! У меня получается! Да-да-да-да-да! Получается! Получается! Пока, неудачник! Вот такие вот артисты! И что я теперь папе скажу? Очень вкусные эти, как их там? Яблочки. Ха, да, яблочки. Кстати, я тоже одну занятную штуковину прихватил. Они все наши яблоки украли! Якорь тоже пропал! Срочно на корабль, а то он без якоря улетит! А я? А как же я? Ой, простите, ваше будущее величество. Сейчас. Я без папиной короны домой не вернусь. Может, теперь скажешь, на что нам сдалась эта штуковина? Она же тяжеленная, огроменная и вообще несъедобная. Колючки мои, иголочки. А ты тогда скажи, зачем нам эта львиная корона, а? Джимайма! Зачем тебе эта корона, а? Затем же, зачем тебе этот якорь? Просто так, чтобы была. Ребятушки, а давайте в следующий раз украдем что-нибудь полезное, а? Ну, или хотя бы съедобное. Смотрите! Скорее прячем эту штуку и бежим! Нас ты просто не возьмешь! Смотрите! Сейчас! Стойте! У меня есть идея! Ха-ха! Уходят! Они что-то задумали! Бежим скорее! Спустимся с обрыва по лианам! Папе, пусть их накажет. Ух, воришки! Пожалуйста, не надо. Мы все вернем, мы больше не будем. Воришкам веры нет. Взять их под стражу. Пожалуйста. Но ведь от того, что их накажут, у них не исчезнут иголки в сердце. Ты что, им правда поверила? Мне кажется, на самом деле они добрые. Просто немножко запутались. К нам никто еще так по-доброму не относился. Никто нас не любит. Это все из-за иголок. Нет, не из-за иголок, а из-за того, что вы воруете. Но как же нам быть? Мы ничего другого не умеем. Не может этого быть. Вот послушайте одну историю про соловья. Однажды услышал соловей, что у каждой птицы есть свой талант. Задумался, а какой у меня талант? Как стрижи, воду он на лету пить не умеет. Как дятел, дупло долбить не может. Как филин, ночью не видит. Ах, пригорюнился соловей, сел на ветку и запел свою песню. Да так хорошо пел,
что слетелись к нему все лесные птицы и слушали соловья до рассвета, затаив дыхание. И тут понял соловей, что его талант всегда был с ним, а он его не замечал. Так и вы, неужели не видите? Вы же настоящие артисты! А ведь точно! Я обожаю наше представление! Таонга из рода Галаго. Все готовы? Выходим! Яра, а ты разве не идешь? Тик, забыл? Я же сегодня дежурный матрос. Охраняю корабль, заодно и приберусь. Мы только наберем еды и воды и сразу обратно. Яра, может, мне с тобой остаться? Не переживай, Лили. С метлой я как-нибудь справлюсь. Как же я по дому соскучилась. Леса и океаны, пустыни и барханы. Но снится мне тайга, где кедр и река, любимый край родной. Как хочется домой, домой. Как много чудесных увидели страны. Сквозь бури ведет нас Лили капитан. Не станет преградой ни ветер, ни зной. Тому, кто так хочет вернуться домой. Как этот мир велик, прекрасен и многолик. Леса и океаны, пустыни и барханы. Но снится мне тайга, где кедр и река, любимый край родной. Как хочется домой, домой. Если не пронюхаем, куда пятнистые с полосатым дальше полетят, Тасман с нас шкуру спустит. А зачем нам это знать, Спайк? Чтобы обогнать их и быстрее добраться до сокровища. Пятнистого и полосатого тут нет. Пойдем в другом месте поищем. О, смотри, Спайк! Что это у нее? Как хорошо, что ты у нас есть, волшебная стрелочка. Ты обязательно укажешь нам путь. Не понял, куда укажет путь? А куда они летят? К сокровищу, конечно. Вы уверены? Да на все 100! Нет, на 1000! Если мы добудем эту волшебную стрелу, нам больше не придется плестись в хвосте. Тогда пойдем и заберем ее. Поздно.
пятнистый и полосатый, наверное, уже вернулись. А мы их так! У меня идея получше. Сегодня новолуние. Будет такая темень, хоть глаз выколи. Тогда-то мы стрелу и утащим. Но, говорите, где она лежит? Да не мне, Филину. Он лучше всех в темноте видит. Он на дело и пойдет. Все, к полету готовы. Луны не видно. В такой темноте лететь нельзя. Эх, жаль. Ну ничего, выспимся и с рассветом в путь. Вы спите, а я посторожу. Я же дежурный матрос. Давай я с тобой, Яра. Видишь, как темно. Вот еще. Что, я маленькая? Темноты бояться. А если заснешь? Не засну. Сказала, справлюсь. Значит, справлюсь. Кто здесь? Стой! А ну отдай! Плохая, плохая птица! Как ты мог потерять волшебную стрелу? Ее нужно обязательно найти. В такой темноте в лесу не выйдет. А для этого у нас есть филин. Где же ты, стрелочка путеводная? Позвольте представиться. Таонго из рода Галаго. А это мой питомец Луциоло Африкано. Светляк редчайшей породы. В лесу другого такого не сыскать. Сын Африкано и Луциолы, многократных чемпионов в парном освещении. Внук мастеров синхронного мигания. Прекрасной маки. Все это очень интересно, но вообще-то я кое-что ищу. О, могу ли я помочь прекрасной даме? Сама справлюсь. Ничего не видно. Вот она, на дереве! Лови ее! Лови, да, лови ее скорее! Все, за ней! Что ты повторяешь за мной? Если вы позволите, я помогу. С харзами я как-нибудь сама разберусь. Филин, за ней! За ней, Филин! Да, за ней! А ну-ка, отпусти, глупый конь! Как говорит моя благородная бабушка, не зазорно принять помощь того, кто искренне желает помочь. Спасибо. Я Яра. Куда они побежали? Левее. Тут яма. Выше ноги, корни! Стоп, колючки! Как вы все видите, Таонго? Темно же! Наш древний род славится ночным зрением. Вот она! За ними! Быстрее, они уже близко! Сейчас поймаем! Ooh, ooh, ooh.
догоняют! Что это он делает? Похоже, зовет родню на помощь! Бежим! Ура! Вот и наш корабль! Ой, кажется, все еще спят. Был счастлив к встрече с такой сильной и независимой девушкой. И столь же прекрасной. Если бы не ваша помощь, сильная девушка попала бы в большую беду. Спасибо. Ой, Яра, это ты? Мне приснилось, что нашу путеводную стрелу похитили. Это всего лишь плохой сон. Ой, уже светает. Скорее в путь. Тасмантик, пожалуйста, возьми нас с собой. Смотри, что мы тебе собрали. Собрали. От вас никакого толка. Не смогли поймать рыси глазастого. Вот и оставайтесь тут. Фелен, полетели. О, как же хорошо одному! Не боись, мелкий! Тасман почему таким злым был? Потому что у него сладких фруктов не было. А сейчас он живот набьет и подобреет. А потом мы ему докажем, что мы полезные. Если не свалимся!